Молодой студент Денис Кадиров за рулем автомобиля всего полгода, но уже чувствует себя на дороге уверенно. Поэтому решил, что тонировка ему не помешает. Удобно, особенно когда активно светит солнце, говорит Денис. Сотрудники госавтоинспекции его оптимизм не разделяют. По правилам, тонировать передние боковые окна запрещено. Так у меня она хорошо просвечивает. Если нормально видно, допустим, как через мою, то почему бы и нет? Замер светопропускаемости передних стекол в автомобиле Дениса показал, норма превышена на 40%. Молодой человек решил сразу же устранить нарушение, но это не помогло избежать наказания. Проверка по базе ГИБДД показала, что Денис Кадиров около 2 месяцев назад уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Поэтому ему выписали штраф. По закону, если водитель нарушил правила в первый раз и согласился удалить тонировку на месте, сотрудники госавтоинспекции могут ограничиться только предупреждением. Если же нарушитель отказывается немедленно исправить ситуацию, ему выписывают штраф и требование устранить пленочное покрытие в течение суток. При повторном выявлении данного правонарушения и в случае, если водитель не устраняет пленочное покрытие, то он привлекается к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса о административном правонарушении, где уже влечет штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. Рейды по выявлению тонированных машин проходят ежедневно. С начала года было зафиксировано более 9,5 тысяч нарушителей. Гульфия Сафина, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.